Итак, уважаемые господа, это YouTube канал Жирный Голубь. Если не подписаны, то подпишитесь. И сегодня мы поговорим про Гарика опять. Да-да, не удивляйтесь, Гарик сознался в том, что он обманул чуть-чуть народ. Вот. И при этом, конечно же, продегустируем Аква Минерале, вот такую вот черешню газированную. Вот. Аква Минерале со вкусом черешни. Написано, что с соком, но посмотрим, короче. Давайте сначала нальем, потом про Гарика. Или наоборот. Короче, так, коротко. Что можно сказать? Гарик, он признался. А он признался в том, что он да в эту Америку поехать не собирался, да? Подробности обсудим. Сейчас нальем и обсудим. Аква Минерале черешня. Действительно, концентрированный сок есть, мультифруктовый. Сахар, мультифруктовый, концентрированный сок. Вот. Ну, давайте. Наливать. Тянуть котов не будем. Вот, короче, про Гарика. Недавно, вопрос-ответы, я бы не заметил никогда, Джафар сказал на стриме. Я бы сам никогда не заметил, что Гарик признался наконец. Вот он собирал на Америку, что-то на иммиграцию, то ли на поездку, что-то такое собирал, да? Говорил, что грин-карту там оформлен, как грин-карт, получается, спрашивал у тебя в Твиттере в этом своем, который до сих пор работает с 15-го года, вот. Вот. Собирал донаты, и вот теперь сказал, что он никогда в США ехать не собирался, что он просто донатеров обманул, да? С этой полоской на эмиграцию. Но это было понятно, что это шутка, конечно. Но это же натуральный обман. Обман был. А сейчас он признался, что это обман был изначально. Он вообще никуда не собирался ехать. Не то, что он не мог, как я говорил в видео. А он даже не собирался никуда ехать. Во, газированный вообще, смотрите. Смотрите, шипит. Газируется. Вот вообще. Так еще хуже стал, да? Вот так. Смотрите, какой цвет, да? Шипит, газируется. Вот, смотрите. Вообще. Давайте нюхать. Действительно, какой-то вишней пахнет. Вот действительно, какой-то вишней пахнет. Вот. Ну, Гарика жалко, конечно, так что он поступает с народом, кого-то народ ничего не помнит. Но теперь прошло уже 4 года, уже можно признаться, наконец, что просто народ обманул. Что никуда он ехать не собирался, просто собирал донаты, да? Я все понимаю, что донаты — добровольные пожертвования, кстати, ответ на коммент. Сейчас я коммент ставлю, вы типа дураки, там написан примерный текст, вот сейчас я вставлю настоящий коммент. Там примерно текст такой. Вы все дураки, да? Донаты — это добровольное пожертвование, а когда ты себе донатят, ты сам разбираешься, на что ты их тратишь. Ну, конечно же, так оно и есть. Но только не в случае, когда сбор идет на что-то, тогда это надо брать все-таки, иначе это обман. В этом-то и дело. А кто это не понимает, вот репзик братушечка. Господа, о. Смотрите. Давайте, короче, на вкус что оно будет. И вкус, господа, действительно есть, и не слабый. Без всяких шуток, вкус действительно есть, не слабый, вполне даже себе серьезный. Так, давайте еще. Вот, репзик братушечка из коммента, еще раз коммент. Вот, если ты не понимаешь ничего, не лезь лучше. Вот. А то аватарку с собачкой поставил, да? А, пишешь всякую фигню, да? Вот если кто-то что-то будет собирать, представьте, это самый Хованский, например, собирал бы миллион на джакузи. Сколько он там собирал? То ли 400 тысяч, то ли миллион на джакузи. И что было бы, если бы он его себе не купил? Так он купил и показал. Купил и показал. А Гарик почему так не может сделать, да? Почему он так себе не может делать? Купил и показал, донаты получил. Отчитался за донаты, купил, показал. Ну и все то, на что собирал, да? Нормальная история, нормальная. Иначе кто будет вообще донатить, если... То на что донатится, не это самое, не появляется, да, в итоге. То есть в итоге, если получается обман, никто донатить не будет. Вот, надо тоже думать головой. И Гарику, и тем, кто донатирует его, и тем, кто защищает, да. Потому что доверие навсегда уходит. Вот, и все. Короче, так, оценка какая-то у Минерале, давайте. Чуть-чуть хряпаем. И давайте оценку. Еще раз. Запах. Запах, вкус очень газированные. Газированность вообще дикая. Короче, пятерочка однозначно. Вот.
Цена нормальная, кстати. Цена 30 рублей всего. За такой вкус, за такой вот нормально, отлично. Короче, так. Что-то я про Гарика ответить отвлекся. Вот. С утра что-то проснулся, уже ничего не проснулся вообще, да? Вот стою, что-то рассуждаю. Короче, надо думать, что к чему, да? Потому что если ты донаты потеряешь, да? Куда-то там не сделаешь, что за них обещал. Тебя донатить не будут, только дурачки полные будут. Типа думать, что это добровольное пожертвование. Добровольное на добровольное, но когда на что-то надо брать. Надо брать. Это однозначно. Такие вот дела. А вы, господа, тушите свет. Вот так вот. Гарик-то признался все-таки, что он никуда не собирался ехать вообще. Это целый, хоть и намаз бы сделал целую аналитику на это, на 40 минут. Это из-за того, что он донатеров обманул, типа собирал 50 тысяч почти. И никуда не собирался при этом ехать даже. Вот. Такие вот дела. Тушите свет.